Всем привет! Сегодня буду вязать такой узор. Узор кратный 12 петель плюс 15 петель для симметрии плюс 2 петли кромочные. Вяжем первый ряд. Первая петля кромочная, 6 петель изнаночных. Провязали 6 петель изнаночных. Дальше начинаем вязать раппорт. 3 петли лицевые, 9 петель изнаночных. Провязали раппорт. И снова повторяем 3 петли лицевые, 9 петель изнаночных. Снова провязали раппорт. Дальше вяжем 3 петли лицевые, 6 петель изнаночных. Последняя петля кромочная, изнаночная. Второй ряд вяжем по рисунку. Изнаночные петли изнаночными, лицевые лицевыми. Третий ряд вяжем все петли ряда лицевые. Четвертый ряд, все петли ряда изнаночные. Пятый ряд вяжем, первая петля кромочная, начинаем вязать раппорт, 3 петли лицевые, 9 петель изнаночных. Провязали раппорт и снова повторяем 3 петли лицевые,
9 петель изнаночных. И еще раз провязали раппорт. И так вяжем до конца ряда. 3 петли лицевые, 9 петель изнаночных. Шестой ряд вяжем по рисунку. Изнаночные петли изнаночными, лицевые лицевыми. Седьмой ряд, все петли ряда лицевые. Восьмой ряд вяжем все петли ряда изнаночные. Дальше продолжаем вязать, повторяя из первого по восьмой ряд.